встреча с дочерью Каюма Мухаммедханова, поэта, писателя и общественного деятеля, столетие которого в этом году отмечает вся республика, Диной Мухаммедхан, состоялась в нашей библиотеке. Для гостей была проведена традиционная экскурсия по залам библиотеки. В онлайн-трансляции приняли участие библиотеки Восточно-Казахстанской области, города Семей, Зайсана, поселка имени Касыма Кайсенова Уланского района, села Караула Байского района, Новой Шульбы. В зале Дину Каюмовну аплодисментами встретили студенты, учащиеся колледжей КАСУ имени Кумаша Нургалиева, ветераны, писатели города. Дина Мухаммедхан, директор общественного фонда образования и культуры имени Каюма Мухаммедханова из города Алматы, занимается сохранением и увековечением наследия основоположника обоеведения, ученого Шакаримоведа, автора слов государственного гимна Казахской ССР. Профессор Дина Мухаммедхан много встречается с молодежью, студентами и рассказывает о жизни своего отца. «Счастье – это быть свободным, говорить правду и не бояться ничего. Только так надо жить. Это главное для человека. Живите честно, будьте скромными, оставайтесь людьми. Эти слова отца стали для нас заветом», – говорит Дина Каюмовна. Каким был ваш отец? Как человек, это был очень простой человек, скромный человек. Он никогда о себе не думал, потому что он думал о том, чтобы возродить как можно больше забытых имен, забытых текстов. Он возрождал то научное культурное наследие, которое нам позволяет сегодня называться народом. Какие главные ценности он вам проповедовал как детям? Вы знаете, если честно, вот он нам ничего не проповедовал, никогда даже не занимался специальным воспитанием. Мы просто видели, что в доме всегда были его ученики, его студенты постоянно, те, кто слушал его лекции в педагогическом институте. Они потом приходили домой, смотрели редкие рукописи, фотографии Шаргинцев, Шакаримы, людей, которые были под запретом. Он все эти произведения показывал. В то время, когда это было все под запретом, и 50-е, 60-е годы, и 70-е даже годы. То есть это были как бы домашние университеты. Мы видели, что любой человек, кто интересовался культурой, историей своего народа, мог прийти в дом и общаться на любую тему. Потому что он был не только личностью, которая очень хорошо знала не только казахскую литературу, культуру, эпос, фольклор. Он был настолько талантливый человек, что переводил много, писал стихи, драматургию. То есть в своем творчестве он объединял казахскую, русскую, узбекскую, татарскую, азербайджанскую, польскую и другие культуры. Воспитывал тем, что постоянное общение с людьми мы видели. Значит, надо общаться с людьми, быть открытым людям. В 1952 году, когда он был в Карлаге, он написал письмо своей жене. Во-первых, он ей посвятил стихотворение, которое называется «Вот его жена Фархинур». Это как жена декабристов. Мы об этом мало говорим в казахской культуре. А это была женщина, которая его не предала, осталась верная. 25 лет лишения свободы, фактически смерть. И вот он в 1952 году, находясь на грани жизни и смерти, вот я хочу сказать, это тоже такой момент мужества человека, он пишет письмо, первое стихотворение посвящает любимой, Сюйгенджар называется. И вот он пишет письмо жене, в которой просит, чтобы дети никого никогда не обманывали, никому не лгали, и что бы ни случилось, в любой ситуации говорили только правду. Понимаете, 1952 год, это фактически ты будешь живой, или ты завтра умрешь. Вот такое наставление детям. Вот это и есть воспитание. Но единственное, что вот я помню, может быть, единственное, что он как нас говорит, воспитывал, он постоянно повторял, значит, будьте скромными, живите честно и оставайтесь людьми. Как педагог, Дина Мухаммедхан считает, что для воспитания человечности и гражданственности нужно говорить с молодежью о высших демократических ценностях, о конкретных примерах из прошлого, в том числе о жизни политических заключенных и недопустимостью любого насилия над человеком, ни физического, ни нравственного, ни психологического. Дина Каюмовна ответила на вопросы журналистов. От своего отца видел и знал оригинального Абая, и он текстологически вернул, написал все научные комментарии к каждому стихотворению и каждой поэме Абая. Это грандиозно.
Это большой труд, который ему второй запоручил, ты верни нам оригинального Абая. Вот как Дмитрий Лихачев в русской культуре, текстологически вернул русскую культуру, памятники древней русской культуры. Так же Каим Мухаммедханов вернул оригинального Абая, Шакарима, Махамбета, Кабанбай Батыра, Бегенбай Батыра, Бухар Жирау, всех алашевцев, все их произведения он переводил с графики латинской и арабской на графику современного языка, давал научные комментарии, вернул из забвения многие произведения лошардинцев. Ана скайп арқылы шыға салуға да мүмкіншілігіміз бар еді. Бірақ та мынандай алтын уақытымызды бөліп, осындай ер біздің қазақ халқы үшін еңбек сіңірген, соның ішінде тәуелсіздігіміз үшін еңбек сіңірген, сіздің әкеңіз жайлы осы жерге келіп, бөлісіп, еңбегі жайлы жастарға біздерге осындай қызықты сұхбат бергеніңіз үшін тағы да бір үлкен рахмет. Мен ойлаймын, біздің ынтымақтастығымыз ары қарай да жалғаса береді деп. Уважаемые, мен енді теория айтып кетейін, уважаемые молодежь. Дина Каюмовна у нас преподавала не только в Казахстане, она преподавала в Америке, в Гарварде. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча, она должна продолжаться. И мы на онлайн-встречу выйдем с Диной Каюмовной. И вот это наше сотрудничество дальше будет продолжаться. Уважаемая молодежь, у нас сегодня наше поколение, старшее поколение перед вами выступило. И она поделилась своим опытом, своими воспоминаниями. Я думаю, есть у них что брать, есть у них чему подражать, есть у них чему учиться. Дина Каюмовна, она достойная дочь достойного великого отца. Спасибо большое. Мне сегодня от имени библиотеки хочу подарить Дине Каюмовне вот такую энциклопедию «Шыхыз Казахстан». Вы все, по-моему, знакомы. В этой энциклопедии, если вы хотите познакомиться поближе и узнать побольше о Каюме Мухаммедханове, вы можете взять и почитать. Сізге үлкен рахмет, ебдал біздің кітапханамыз атынан. Үлкен рахмет, кітапханада кездесе берейік. Я хочу подарить фонд вашей библиотеки. Құрметті оқырмандар, дорогие наши читатели, уважаемые наши гости, вы к нам можете подойти, прийти и взять в библиотеке Каим Мухаммедханов «Письма говорят». Я келіп алып оқып танысуларыңызға болады. Рахмет сізге.